ну, может, 8 метров. Мы с вами находимся у моста через Крынку. Теперь здесь водохранилище. А когда-то этого водохранилища не было, вот здесь заросло оно камышом. Когда-то этого водохранилища не было, была река Крынка. Вот Александр Викторович еще продолжает нам рассказывать, как свои воспоминания в детстве, когда они были здесь. Вот, отсюда Крынка течет. Мы с вами в Нижней Крынке. У Ханжонковского водохранилища. Долгострой был.